Потому что нужно выразить свое желание выбрать хорошего президента. Грамотного, умного, который будет нами руководить и вести нашу страну достойно. Ну, потому что привык ходить. А надо ходить? Мне кажется, надо. Почему? Ну, чтобы выбрать достойную нас власть. Это наша жизнь, и мы должны за нее голосовать, конечно. Мы же будем жить. Поэтому мы должны сами выбирать себе президента. Нам нужно защитить детей наших и внуков, чтобы им было жить хорошо.